Audi A7. Здесь удалены катализаторы и прошит Stage 1. Машина компрессорная, она выжимает уже больше 400 лошадиных сил. Здесь мы меняем гофры, потому что гофры пришли в негодность, прослужили долгую службу, но наши гофры прослужат, я думаю, столько же. Помимо этого, у нас будет идти сейчас замена банок и замена насадок. Банки, внутреннюю конструкцию мы переделаем, насадки мы поменяем на карбоновые и облагородим вид сзади и облагородим звук. Собственно, Audi A7 очень мощная. Владелец не хочет супер-мега громкого звука, потому что знает, что может столкнуться с дискомфортом в салоне. Но с другой стороны, она будет хорошо звучать. Посмотрим, как она будет звучать без катализаторов. Слушаем, смотрим, наслаждаемся в ультравыхлоп. Не сказать, да, что сейчас как-то сильно громко. Ну да, 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 вот вполне неплохо, я бы сказал, да. Тише не надо, не знаю, мне кажется, но если как бы есть. Ну тише, да, желание, тише, тише, да, не надо. Чтобы был какой-то такой а-ля злой. Восторг, шикарное исполнение. Больше нечего добавить. Приходите, пожалуйста, записывайтесь. Очень хорошо и красиво, качественно. Главное, качественно вам сделают. Вы будете довольны выполненной работой.